Ребята, у нас ливень и град. Ужас. Мои красивые. Ох, ребята. Что-то нас совсем весна не балует, да, мое солнышко, маленькая моя? Так, дождь еще и со снегом, а у нас ни крыш нет, ни навесов, ребята, мои дорогие. Ну, мы живем с вами один раз. Ну, давайте будем добрыми, а? Сена нет, все, сено закончилось. И что нам делать? А они все мокрые, навесов нет. Я прошу вас, друзья, помогите нам. Нам очень-очень нужны навесы, чтобы хотя бы закрыться от дождя. Ну холодно же в будке мокрому. Ребят, многие говорят, что вы тащите их в приют. Но если мы их не возьмем в приют, ребята, они просто медленно и страшно будут умирать на улице. Приют — это... тот мизер, который в наше время мы можем оказать бездомным. Пусть небольшая, но защита. Пусть небольшой, но корм. И шанс на то, что его вы увидит и возьмет семья. Друзья, я прошу вас. Я вас очень прошу. Ребята, мы же не можем их всех взять домой. Хотя всего лишь 2000. Вокруг Чехова столько СНТ, столько сел. И ни в одном не слышен лай собаки. Что случилось? Почему? Неужели наши заборы стоят живой жизни, которая будет к вам ласкаться, радоваться вам, встречать вас и охранять вас? Друзья, берите животных. Ребята, мы строимся из последних сил. Все, что можно. Я прошу вас. Я вас очень прошу. Отзовитесь на... крик вот этих животных. Друзья, они же не виноваты, что они родились и зависят от нас. Я прошу вас. Я прошу вас. Скажи, возьмите меня домой. Вот, ребята, в каждом углу вот здесь у нас будет будка. И именно поэтому вверх еще мы закрываем углом, чтобы животные, не дай бог, не выползли. Когда будут стоять на будке. Вот так. А это тех, кого мы только что пересадили. Хорошие, с новосельем. Да, здесь места больше. Мои красивые. С новосельем. Скоро еще пересадим. Ну, друзья, нам нужны навесы. Нам нужен профиль. Я прошу вас. Помогите нам, пожалуйста. Помогите, мои хорошие. Это в наших силах. В наших, ребят. Так. Ребята, здесь нам нужна подсыпка. Здесь обязательно нужна подсыпка. Иначе мы так и будем тонуть. Ребята, это приют. Он строится. Осталось немножко сделать то, что мы наметили. Поставить еще ряд вольеров. Здесь у нас будет огромная такая площадь для стариков-инвалидов. Просто огромная. Вот под деревья, вот сюда. Но нам нужна подсыпка для стариков-инвалидов. Мы сделаем красивую площадку с травой. И пусть наши старенькие здесь доживают. Будет огромный хороший кусок для выгула. Ребята, именно... всего лишь дожди. И все летит в тартарары. Нам нужен будет гравий. Очень надеемся на то, что пообещал мэр Чеховского округа, что они помогут нам благоустроить приют. Очень надеюсь, что это будет выполнено, потому что люди в такого положения обычно держат свое слово. Друзья, многие говорят, почему у тебя такой большой приют? Ребят, я не думаю, что он так уж страшно большой. А неужели то же самое количество животных легче держать на маленьком участке?
и держать их в клетках. Благодаря вам, друзья, у нас хорошие большие вольеры. И дети, когда говорят, почему у вас без выгула, так они целый день на выгуле. Они целый день бегают на свежем воздухе, они играют, им хватает места побегать. Они же не сидят у нас на метровой цепи, и они не сидят у нас в клетке в помещении. Друзья, в приюте с таким огромным количеством животных просто невозможно сделать выгул. Вот скажите, реально в течение суток выгулять 2000 собак? И сколько времени понадобится, если выгуливать, пусть даже вот так, возьмем по 5 вольеров. Вот, 2 и 2, 4. Вот, и выпустим их часа на 2 побегать. Потом следующих. Но, ребята, если я выпущу их в одно место, как я потом определю, кто с кем сидит? И если вольер, не дай бог, перепутается, ребята... Сидя вот в таких вольерах, дети, как говорится, с малого возраста формируют свою стаю. И сначала в детских играх выясняют, кто остается вожаком, кто альфой. Если две альфы, то получаются драки, и мы за этим следим и сразу их рассаживаем. Мы формируем стаи, исходя из характера собак. Какой кошмар, да? Друзья, обращаться с призывами к вам, показывая вот эту работу, то, что мы сделали, сколько у нас спасенных, сколько мы пристраиваем. Мы ведь это тоже вам показываем. Сколько мы лечим. И это делаем мы все вместе. Это не может сделать один человек. Мои хорошие, когда вы пишете «Спасибо, Валентина», в ответ хочу сказать «Всегда». Доброго здоровья вам, мои хорошие. Потому что ничего этого не было бы без вашей помощи, без вашей поддержки. Мои хорошие, это общая работа. Вот это все, это общая работа. И я благодарю вас за то, что вы помогаете спасать эти жизни.